Всем доброго дня. Хочу поделиться тем, как сделал тележку для сварочного полуавтомата. Идея, конечно, не моя, в интернете посмотрел много различных вариантов. Ну, что-то от себя добавил, что-то как у людей сделал. Сделал для того, чтобы можно было сварку вместе, ну, в сборе все катать по базе, ну и вот домой прикатить, поварить чего-нибудь. Короче, не по амбару катать, не по гаражу, а, как говорится, по пересеченной местности. Колеса взял с культиватора, с междурядного, прямо вместе со стойкой. Вот это с него же стойка. Колеса на подшипниках, чтобы можно было легче катать. А основная конструкция — это труба 40 на 40, нижняя тоже 40 на 40 и 40 на 20 практически. Ну, только под сам полуавтомат рамка 20 на 20. Рамку сделал по нижним ножкам, чтобы он вроде как плотно сам стоял. Тут просто резиновую ленту кинул, болтом зафиксировал. Вот. Так вот берешь, перехиляешь, и можно без проблем катать. Вот. Ну, тут, конечно, ровно, катается легко. Вот он, баллончик. Опа. Так. Под баллон площадку, прям по баллону примерно варил, ну, по ширине, соответственно, сварки свои. По самому баллону вот такие сделал ограничители, цепь, кусок у собаки спер. Точно так же болт откручиваешь, снимаешь баллон, достаешь. В общем, как-то так. Тут высота примерно метр. Ну, грубо все по месту прикидывал. По баллону, по сварке. Как-то так. Может, кому-то будет полезно. Посмотрите. Все, спасибо за внимание.